крутится по боям, помнит себя по региону, по другим выступлениям. Многие ребята молодые берут себя пример. И такой вопрос. Где-то потом у тебя есть в задумках что-то о тренерской деятельности? Спасибо. Я так-то уже 16 лет тренирую детишек. У меня свои ученики есть. В дальнем свежем. Сейчас работаю инструктором в фитнес-клубе. В плане есть открыть свою школу. Это в будущем, пока я хочу стать чемпионом.